6 июля весь Казахстан отметил государственный праздник – День столицы. В этом году Астане исполнилось 17 лет. В Уральске праздничное мероприятие прошло в недавно открывшемся Центре искусств имени Кадыр Мырза Али. Праздничный концерт прошел в новом амфитеатре Центра искусств имени Кадыра Мырза Али, который был открыт в канун Дня Астаны. В этот день здесь собралось больше 1000 уральцев. Примечательно то, что некоторые из гостей были лично знакомы с поэтом. Я очень рада сегодня присутствовать на этом большом красивом концерте. Но больше всего меня восхищает то, что у нас появился такой великолепный культурный центр. Я, как говорится, современница Кадыра Мырза Али, встречалась с ним лично. И для меня очень ценно, что его память останется для уральцев на долгие-долгие года. Напомню, международная презентация новой столицы прошла 10 июня 1998 года. И именно в этот день праздник ежегодно отмечался на городском уровне. Между тем, в 2006 году День столицы был перенесен на 6 июля. А с 2008 года этот праздник получил статус государственного. За короткое время столица доказала право на свое существование и заняла свое достойное место на мировой арене. Астану знает весь мир, поскольку в Астане под руководством главы государства по его идее проходят мировые события, события мирового масштаба. Астана объединяет, Астана – символ мира, добра, процветания и согласия. Поэтому мы гордимся нашей столицей. Со сцены в этот день звучали песни об Астане и родном крае. На тебе елемеса, молом жеремесен Астана. Я хочу поздравить своих земляков, ваших казахстанцев с 17-летием нашей любимой Астаны. Ну, желаем дальнейших процветания. Всего хорошего. Астана – молодой и быстро развивающийся город. Темпы ее развития поражают воображение, говорят уральцы, побывавшие в столице Казахстана. А молодежь считает Астану городом будущего. Олег Великий, Нурлан Кунашев, Рустам Джумашев, телеканал ТДК-42.